Комитет Госдумы по информационной политике предложил, что закон об изоляции российского интернета вступит в силу с ноября 2019 года. Закон предусматривает меры, направленные на повышение информационной и кибербезопасности в российском сегменте интернета. Что касается кибератак, действительно, если отгородиться от всего интернета, кибератак удастся избежать, а их проводят многие государства. Но такой шаг сам по себе несет сильный удар по экономике. Негативно отразится на банковском секторе, на экономических процессах в целом, поскольку все-таки с цифровизацией и с интернет-ресурсами в настоящее время у нас завязаны очень многие бизнес-процессы. Предполагается, что будет создана программа, с помощью которой операторы смогут автоматически определять угрозу и устранять ее. Сейчас они тоже обязаны блокировать запрещенные сайты, но сами должны придумывать технические решения по их блокировке. Меры, которые предусматривает закон, они ориентированы на то, чтобы были технические средства, инструменты, которые позволили бы предотвращать соответствующие угрозы. Алсу Саттарова, Виолетта Басова, Универньюз.